Я же это. Мне озвучка нравится на майонезе моем. Так, Диман, ты же посветишь нам? Да без проблем вообще. Отлично. Силы противника на горизонте. Нахуй ты пачку сбросил, придурок, блядь. Как мне нравится. А, у нас Тайха, у него, если что, люстра не светит эти. Никого корабли. Она не светит. Она да. Просто прикрывает, да. Что ли? Это да. Просто истребитель. Короче, если в тебя полетит самолет, он агриться будет. Все остальное ему по барабану. Хоть заминировал, а вот хоть шерсти клок, блядь. У них Мальта. Ну давай, кореш. А, он штурмы взял вторым заходом, ну тоже хорошо. Вот и нет, у него сейчас не будет авиагруппы. Да, но он поджег меня. Все самолеты тебе достались. Нет, один мне. Есть у меня. Куда остальные делятся? У него там в заходе, по-моему, 12, что ли? 12 или 15? А, вон. Бобрятина летит. Вот Бобрятина точно 15. Ага, пачку скинул. А зачем Сацума на меня смотрит? Я не понял. Напугать. Новый корабль. Я бы тоже себе взять хочет, скорее всего. Другие-то какие варианты? Без вариантов, я согласен. Где ты? Опа, все, я засветился. Засветился. Кук передаст мне привет. Отсветился. Так, друид. Почему я... А, подводный поиск. Подводный поиск. Где-то здесь должен быть друидик. Я не достаю его своим РЛСом. Мальта на меня заходит. Ну конечно. И того сколько снимет. Нихуя себе, 13 кусков. Блять, да. Почему Сацума пропала из-за света, блять? 43 снапали. Где ты там? О, как Курфута там нормально влетела. Да-да. А кто это в меня тут так разряжается? Друид. Готов? Друид. Погоди, подводник. Подводник сюда идет. Да-да-да-да. Такую охоту мне сорвал, блядь, падла, блядь. У меня габ кончился. Так, а давай-ка мы вот... Где эта кнопочка? О, вот она, эта кнопочка. Да блин. Сука, друид, блядь. Выбирайте мне... друида, блядь, он сейчас нам всю картину обосрет, блядь. Выбирайте друида, ну. Так. Там в бортину кто-то накидывает. Кому друиду, я. Ага, демону кто-то в бортину накидывает. Блядь, да ничего, у меня дымы кончились, я съебываюсь.
Попал же двумя, да? Да. Ну, подо мной, судя по всему, прошел этот падла, блядь. Ну, да, я в засвете. Я про подводника. Я понял. У тебя это, Андрюха, где ты там подводник? Он вот здесь. Вот сюда. Скидывай, вот, Саныч. У меня что скидывать-то? У меня нечего скидывать, блядь. А куда? Куда твои эти делись? Кто? Дымы? Да почему дыми? Вон торпеды тебе пришли. Здравствуй. Капец тебе. Ты вовремя назад откатился. Торпеды по правому борту. У меня габ только сейчас появится. Мне говно интересует, которое ты кидаешь в подводную лодку. Да как я его кидаю? Ты что, не знаешь, как я это говно кидаю, блядь? Подводную лодку еще найти надо. Сейчас отойдет это. Вон он, вперед ушел. Габ пошел. Да нет, он где-то вот, вот там. Вот он. Вот он. Я промазал. На меня идет. Да, на тебя идет. Он от меня уходит, я не достаю. Телефон. О, блять, вот это вот. А, ну ладно. Какая у него кинет, кто-то ничего не хочет по подводной лодке. Да, сейчас. Ну так кидай, пока нас засветим, блядь, пока нас прорывает. Да. Мне надо отца тому бортину убрать, извини, конечно. Да ничего страшного. Ай, блядь, довернул на торпеду. Быстрее. Отлично, отлично, блядь. О, тут Наполи недобитый. Тут еще и Сацума, блядь, недобитая. Сацуму я пытаюсь борт убрать. Мне свет срочно нужен, блядь. Ну вон, бустер. Колобустер. Я тут в островах немножко раскорячился, пытаюсь как-то это. Ой, как бустеру хорошо. Урон у меня просто адовый. Где-то мои самолетики, дайте пофармить. Да блять, сука, куда с тебя выбивать-то хотя бы, чтоб тысяча вылетала, блядь. Надстройки. Бесполезно, бью надстройки, ничего не помогает. Не знаю, что он мне упадет, смотри. Опа, десятка. Там, добьешь, мальчик? Да, в него торпеды сейчас сацу. А, ты промах. Ну вот, а ты переживал. Переживаю, что как обычно, чё. Чё, кого нам ещё-то убить? Некого? Мальта здесь. Сейчас посвечу. Да я ещё не достаю. Я вон там, в подводную лодку. Линкор сзади идёт, модернет какой-нибудь, видишь, этот крутой. Спецлинкор. Может, он достанет. Желтый который? Ну конечно, с нами в одном отряде, который. Да давай эту торпеду в него откинем. Да это. Ну это возвращаться надо, ты сам же понимаешь. Вот вам, пожалуйста, друзья, блядь. О, это, так это же. А он АФК, ха-ха-ха. Да. Наша команда близка к победе. Блять, сейчас моего АФК вам, блять, посвети, вы сейчас его сожрете. Ну что за люди, блядь? Блять, ой, блять, вся жизнь эсминцевода в этом, блять, вот в этих мгновениях, блять. Я всего один раз на снег попал. Я, если честно, вообще удивлен, что Курв с такого расстояния еще и ваншотнул его. Это, фух, курятник, иди сюда. Я не знаю, чему ты удивлен. Да Курф, он же не настолько точный, это просто фартануло. Урон по моим разведданным, бля, всего 134 тысячи. Ты там мальту светить будешь? Иду на форсаже, между прочим.
Не надо идти, блядь. Надо ехать, бежать. Блять, торпеды меня... чьи-то идут, блять, от Геринга, сука, 16-километровые тоже. Поэтому... Геринг вон где? А, он не АФК был? Не знаю, блядь. Я на него внимания не обращал, я на вас смотрел, на всех. Дымонь, стреляй, что ли, блядь? Я его не догоню, судя по всему. Ну, у него 33,6 скорость. Я имею в виду для стрельбы не догоню, без парня. А? О, все, да. Бедная мать там. А, блять, это ты лично. Достал из нее. Рано моя так не цитаделится. Да у тебя лучше, потому что. Да, у меня мать хорошая. О, я опять в топ-5. Третье место, красотень. Саныч, ты вообще красава, прям молодец. Когда я на вампире, я не победил. Это просто особенно, потому, когда что... меня крейсер и линкор прикрывают. Это потому, что ты по моим разведданным, вернее, я по твоим разведданным накидал. Да, блядь, не дали Эдгара.